Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. В сегодняшнем видео я вам расскажу о добрых приметах Нового года. То есть, какие есть приметы, что следует сделать до Нового года, чтобы именно понравиться судьбе. И чтобы 2020 год для нас прошел просто замечательно. Новогодние праздники в год белой металлической крысы – это время строить планы. Волнующий момент прыжка секундной стрелки на цифру 12 связан с целым вихрем эмоций и воспоминаний. Даже самый закоренелый материалист дрогнет в такой момент и загадает желание тайком ото всех, пусть даже никому в этом не сознается, ведь добрая надежда – свойство каждого человека. Приметы работают, ведь это идет настройка и программирование поведения. И не обязательно относиться к приметам с иронией. Наблюдения за связью событий собирались и отсеивались веками. Самые добрые проверенные приметы я вам сегодня расскажу. Череда новогодних праздников занимает ведь не один день. Это самый новый год белой крысы, смена дат по современному календарю. Этот праздник признают все, вне религиозных концепций. Сюда же уходят и христианское Рождество, и смена года по восточному календарю. Приметы в канун Нового года. До наступления Нового года обязательно раздают все долги, но хотя бы большую часть. В лапах ели живет добрый дух, поэтому обязательно надо принести домой елочку и нарядить ее тем, особенно чего себе желаете. Монетки, конфетки, изображения желанных вещей привлекут в вашу жизнь изобилие. Необходимо навести дома чистоту, а главное выбросить все треснувшее, разбившееся, то, что долго не приводится в порядок. Перед праздником нужно приложить усилия и заработать хотя бы небольшую сумму денег, чтобы весь 2020 год не быть с пустым кошельком. Ни в коем случае нельзя давать предметы, и особенно перед Новым годом, связанные с огнем. То есть это дарить приборы для шашлыка, различные зажигалки, спички. Последние 3 дня старого года хорошо бы провести в спокойной обстановке и желательно всей семьей. Приметы в новогоднюю ночь. Как всегда, обязательно загадать желание во время боя часов. Если под последний удар часов поцеловать любимого или любимую, то такая пара весь год будет вместе. Хлопушка в момент наступления Нового года отпугнет из жизни зло. А правило дарить подарки на Новый год – это предвещает и добрых друзей, и исполнение желаний. Встречать праздник следует обязательно во всем новом, но хотя бы одну обнову обязательно надо иметь. А вот одалживать одежду и украшения нельзя, иначе вы весь год проведете в долгах. Те, кто к вам пришел в гости, следует встретить приветливо, иначе удача от вас исчезнет. Но 1 января все мы знаем, что нельзя работать, иначе весь год будет трудно. Ну а те, кто вышел на работу, кому необходимо работать 1 января, самому первому клиенту вы должны сделать небольшую скидку для удачи в ваших делах. В карман к Новому году надо спрятать хотя бы одну монетку, особенно на новогоднюю ночь, чтобы весь следующий год прожить при деньгах. А вот ножки новогоднего стола обязательно связывают веревками, тогда вся семья будет вместе. Ни в коем случае в новогоднюю ночь нельзя ничего выбрасывать, иначе год уйдет на решение чужих проблем. А вот в последнюю минуту старого года нужно обязательно почистить любой цитрус и спрятать под елкой, а после можно выбросить. Таким образом вы привлекаете к себе счастье. А вот сон в новогоднюю ночь опишет вам весь следующий год. А еще можно в новогоднюю ночь и немножечко поколдовать, особенно для девушек, которые хотят выйти замуж. Все карточные короли из простой колоды должны у вас переночевать под подушкой в новогоднюю ночь. Какой придет во сне или какого вы достанете первым из-под подушки рано утром, таков и будет ваш жених. Если вы вытащили бубнового короля, обещает, что с женихом познакомят вас друзья или родственники. Если будет пиковый жених, будет обеспечено.
трефовый, это будет неожиданная встреча для вас. Ну а если у вас червовый король вышел, уже ваш мужчина рядом среди знакомых людей. Кстати, то же самое могут проделать мужчины, которые хотят найти свою вторую половинку. Только вместо королей вы можете положить дам. А вот приметы, которые идут по восточному календарю. По восточному календарю есть такая примета. Нельзя на праздничный стол класть блюда из свинины. Таким образом, вы можете обидеть символ года. За столом обязательно нужно оставить место и поставить прибор для членов семьи, которые в этот день оказались в отъезде. А вот пыль в праздник – это идет у вас оседающая удача. Уборка должна быть заранее, а не в праздничный день. И самый важный подарок – это два мандарина. Да-да, люди, которые приносят с собой в гости, хозяева, провожая гостей, обязаны также вручить каждому по два мандарина. На китайском озвучивание этих слов созвучно слову «золото». Также есть приметы на Рождество. Если в Рождество у вас нет возможности посетить храм, нужно зажечь свечку на окне, чтобы осветить путь всем близким. А вот новые знакомые или старые, встреченные в неделю до Рождества, сыграют важную роль в вашей жизни. Любая находка в Рождество обещает благосостояние и процветание, а вот потеря – это плохая примета. Также хочу вам дать небольшие советы на Новый год. Делая подарки другим, не забывайте о себе. Если сделать себе даже недорогой, но желанный подарок, можно привлечь благосклонный взгляд судьбы. А в праздники, когда в дом приходит много людей, и чтобы защитить жилище от злых взглядов, вам помогут просто горящие свечи. А вот чтобы новогодние пожелания сбылись, необходимо под бой курантов нужно загадывать не одно, а множество пожеланий. Однако на первом месте должно стоять здоровье близких и родных людей. Стол накрыт, всего полно, пусть так будет целый год. Такой заговор вы можете произнести, постукивая по праздничному столу ложкой. Обязательно нужно запастись новой монеткой и сжимать ее крепко в руке под бой курантов, а после носить в кошельке. Тогда год будет для вас прибыльным. Для благополучия и процветания дарят свечи. Для богатства – предметы серебряного цвета. Для счастья и здоровья – мед. А вот после боя курантов обязательно нужно хотя бы на минуту приоткрыть дверь или форточку, чтобы запустить в помещение наступивший Новый год, который именно в этот момент сопровождают удача и счастье. Чтобы не навлечь на себя неприятности, старайтесь в этом новогоднем наряде избегать любые кошачьи принты, леопардовую раскраску и прочие намеки на семейство кошачьих. Вот теперь вы знаете, какие существуют приметы на Новый год. Верить вам или нет, но приметы, как правило, работают. И благодаря этому вы можете значительно улучшить свою жизнь. Я вам всем желаю удачи. Подписывайтесь на канал и ждите следующие выпуски.